Олегом. У нас сегодня гость, который приехал из России, да? Из Москвы. Из Москвы. И как она здесь закрепилась, как получилось? Это наш человек, который уже почти в нашей команде тоже. Аня. Аня, как получилось? Как всем... ты здесь оказалась? Да, всем привет. Я переехала в конце ноября. Сначала осваивала здесь, смотрела, поняла, что Турция – это моя страна. И после Нового года я решила, что буду покупать квартиру. Нашла Салавата с его замечательной командой. Они очень быстро и оперативно помогли мне найти квартиру, показали множество различных вариантов в разных районах. За две недели я остановила свой выбор на идеальной для себя квартире. Мы все оформили, получили ТАПУ. Сейчас я подала документы на ВНЖ, жду. Спасибо большое ребятам. Потом у меня приехала сюда тетя со своей семьей. Им я, конечно, тоже посоветовала Салавата. И они уже тоже купили квартиру. Мы все очень довольны. Чувствуется большая поддержка не только в поиске квартиры, а вообще в целом. Ты ощущаешь, что ты здесь не один, а у тебя как будто появляется еще одна семья, которая всегда рядом и во всем помогут. Спасибо вам большое. Тебе спасибо, что ты нам доверилась. Да, очень приятно, что ты уже с нами идешь. И на самом деле очень важный человек, который вас здесь поддержит, проведет вас именно по этому пути. Поэтому не ошибайтесь, очень важно пройти этот путь с людьми знающими, профессиональными и порядочными. Ну а мы всегда рады с тобой идти дальше, потому что у нас будут новые проекты.